Три аппарата острого гемодиализа доставили в новую столичную инфекционную больницу, где лечат казахстанцев с диагнозом COVID-19. Приобрести их помогли спонсоры. Оборудование было жизненно необходимо пациентам, которые находятся в критическом состоянии. Подробности у Камилы Тастанбековой. Три немецких аппарата для острого гемодиализа стоимостью 51 миллион тенге передала инфекционному центру Нур-Султана компания Hyundai Auto Kazakhstan, входящая в состав Astana Motors. Оборудование необходимо для лечения пациентов, у которых на фоне COVID-19 поражены почки. Возникают очень серьезные нарушения в работе почек. И тогда нашим врачам необходимо применение в лечебном процессе вот таких высокотехнологичного медицинского оборудования. Мы благодарим руководство компании Hyundai за оказанную поддержку. Сегодня медики столичного инфекционного центра борются за жизни более 150 пациентов, 5 из которых в критическом состоянии. По запросу управления здравоохранения данные аппараты были переданы городскому инфекционному центру. Они буквально вчера прибыли с Германии. Мы надеемся, что они облегчат работу врачей и помогут спасти много жизней наших соотечественников. Реаниматологи уже подключили тяжело больных к новой системе. Она обеспечивает фильтрацию крови в постоянном режиме. Закуп медицинского оборудования для госпиталей – не единственная инициатива мирового бренда Hyundai. В условиях пандемии компания оказывает поддержку в борьбе с COVID-19 многим странам. Камила Тастанбекова, Арман Ахшабаев, Хабар 24.